Мне кажется, то, что угроза для России, я вообще считаю, что Россия самая сильная держава, честно. Я считаю, что мы сила, у нас сильный дух, у нас сильный мозг, у нас сильная, большая, огромная держава, самая большая. Поэтому я считаю, что мы сильнее всех, и они нас боятся на самом деле. Почему на нас нападают? Почему на нас нападает Америка, Европа там что-то там пыталась сделать с нами? Потому что они нас боятся, потому что сильно мы создаем угрозу для всех. Поэтому я считаю, что Владимир Владимирович, я вас люблю, вот, что он со всем справится, просто это дело времени. Естественно, как бы немножко подкосили нас, но года 2-3 мы встанем на ноги четко и всем зубки свои еще покажем.